Сейчас специально для Натальи Санталовой покажу, как заработать на QComment на подписке в YouTube. Так, идем на QComment. Вот тут я нашел один проект. Заказ, подписка YouTube, подписка на YouTube. 75 копеек. Заходим внутрь. Проект уже набран максимально допустимое количество авторов. Значит, недоступен. Че они тогда здесь нет? Здесь у меня в основном отзывы и всякие статьи, вопросы, комментарии. Пока нас это не интересует, пойдем вниз и найдем что-нибудь легкое. Чтобы найти что-нибудь легкое, нужно по стоимости. Кликнуть по стоимости, и список будет ранжирован по стоимости. Начиная с самого дешевого. Это у нас Twitter. Это что такое? Голосовалка. Вот по значку легко сразу определить, что. Чему посвящено? Twitter, Instagram. Пойдем дальше. Facebook. Давайте Facebook посмотрим, что у нас. Что с Facebook? Сейчас гляну. Так, Facebook у вас есть. Ну вот, возьмем, поставить лайк посту на Фейсбуке. 60 копеек, лимит не установлен, осталось 10. Нажимаем на сам самозадание. На странице доступности информации заказчики перед началом выбранных хозяйств с условиями. Продолжить. Если проект нарушает правила жизни, без причины отклонения работы, отправляйте жалобу. Это уже нафиг. Ну, короче, что такое, блин? Хорошо. У вас должно быть реальное имя, фотография. Значит, заказчику не нужны лайки, репосты, подписки с фейковых аккаунтов. У вас должно быть реальное имя, фотографии, друзья. Необходимо, чтобы аккаунт выглядел живым. Заказчики не будут оплачивать работу с аккаунта Барака Обамы. Фотографии, жалобы. Ну, у вас есть 25 минут на выполнение. Это время для вас будет зарезервировано. Вы будете... Вот. Значит, ваш аккаунт должен быть качественным. Ну, это уже работаете над своим аккаунтом. Загружайте видео, фото. Общайтесь и прочее. И вот, чтобы начать работу по этому проекту, по этому заказу, нажимаете «Приступить к выполнению проекта». Вот она. Нажимаете на эту кнопку. Что у нас тут идет? Ссылка. Что я? Поставить лайк посту. Где этот лайк пост? Адрес сайта. Перейти на сайт. Вот, переходим на сайт. Вот здесь перейти на сайт заказчика. Так. Открывается то, что человек хочет, чтобы мы поставили лайк. Вот тут всякие цветочки. Не знаю, что еще. Значит,
делаем скрин. Для этого нажимаем ПРТ, вот такая кнопка, не знаю, видно будет, не видно. Эй, как тише, мой дорогой телефон. Ну, короче, разберетесь, как делать скрин. У меня этому посвящен какой-то урок один на косаре. Скрин. Скрин делаете до того, как вот сюда попали. Вот, видите? Раз. И вот этот скрин, где мы еще не поставили лайк. Вот, нравится, еще пустой. Сохраняем. Сохраняем где-нибудь. Есть у меня какой-нибудь или нету. Создайте для удобства какую-нибудь папку, посвященную тому, что вы будете делать. Вот у меня есть такой какой-нибудь. Задайте какое-то название. Например, выполненные задания. Так. Так. И дайте какое-нибудь название, чтобы не запутаться. Допустим, здесь дается название 01 до. Ну, что значит до? И вот сохранили, да, этот до того, как вы поняли. Теперь что здесь надо? Покажите ссылку на группу или запись. Не входи указать все. Вот. Теперь нужно поставить лайк. Ставим лайк. Вот так вот, допустим, пинг. И вот у нас уже есть. Видите? И теперь опять делаем скрин. Этот скрин уже с лайком. Вот, видите, здесь есть. Так, и даем название 01 после. Окей. У нас есть два файла до выполнения и после выполнения. Ну, я рекомендую так делать, чтобы все было по порядку. Теперь это что такое? Выбрать аккаунт. Это выбираете аккаунт, с которого вы сделали, наверное. Так, копируете, вставляете сюда ссылку, ключик на группу или запись. Так, у вас нет аккаунта, я могу прикрепить аккаунт, суть, добавить аккаунт. Так, приближение получится не будет. Жанр получится не фиксируем. Так. Выбрать аккаунт. Выбрать аккаунт. Вот этот выбрали. Нет, контент сейчас недоступен. Так, выбрать аккаунт. Выбрать. Выбрали. Так, теперь нужна ссылка на группу или запись. Ну, я думаю, это запись.
которая запись. Значит, как понять, выполнить группу или запись? Необходимо указать. Так. Необходимо указать. Вы прижимаете сюда, необходимо указать дополнительную информацию. Вот. Теперь, значит, идем на косар. Потому что там непонятно, как это все происходит. Но мы подстрахуемся или, наоборот, поможем заказчику понять, что вообще он заказал. Он заказал лайк для своего этого поста. Ну, каждый заказчик, он может выполнять очень, иметь очень много заказов, и не всегда они соображают, где что. Ну, по себе тоже знаю. Поэтому давайте поможем нашим заказчикам и будем выполнять задания честно и качественно. Значит, идем на косар. Здесь набираем в поиске screen. Находим. Так, находим. Сейчас он найдет. Screen. Вот видите, вот такая стрелочка. Заходите внутрь. И тут нам нужно загрузить те два скрина, которые мы сделали. Вот сейчас мы... Ну, вот тут у нас... Вот так вот, да, значит... Как-то здесь у нас... Не добавляется, что тут надо... Странно. Ну вот, значит, пишите 01 до отправить. Опять идете сюда. Это как-то я забыл, где это находится вообще. Здесь пишите 01 после. Значит, мы создаем сейчас посты, куда загрузим наши скрины. И ссылку сбросим в Q-коммент, чтобы человек, заказчик мог сразу по ссылке перейти и увидеть, что да, молодцы. Значит, было до, потом после и... И он скажет: молодцы, хлопцы, я вам даю деньгу. Что-то здесь как-то неудобно сделано. Это надо бы подправить. По скринам где-то я делал урок, и под этим видео я вставлю. Вот здесь видите 01 до, 01 после. Это в последней странице. Здесь выбираем файл. Выбрать файл. Выбираем файл, который находится в папке, которую мы уже создавали. Вы внимательный зритель заметит, что это где Q-коммент. Q-коммент. В выполненные задания. Вот 01 до. 01 до. Загружаем. Отправить фото. Загружаем. Опускаемся вниз. Так, вниз.
Вот 0.1 до мы загрузили. Сейчас давайте сразу загрузим 0.1 после. 0.1 после. Загрузить. Так, теперь как отправить ссылки автору, заказчику. Сейчас покажу. Так. 0.1 до. Вот это было до того, как мы поставили лайк. А это после того, как мы поставили лайк. Значит, вот здесь есть дата. Видите, дата, цифры, когда это все произведено. Нажимаете правой кнопкой и открыть ссылку в новой вкладке. Это один вариант. Открывается пост. Пост скрины. И здесь будет чисто только наш пост. Вот видите, 0.1 до. Выделяем вот эту адресную строку, копируем и вставляем сюда. И пишем там до подписки. И вставляем ссылку, а здесь будет после лайка. После лайка. До лайка, а потом будет после лайка. Второй способ скопировать. Также находим 0.1 после. Заходим, правой кнопкой нажимаем, и здесь есть копировать адрес ссылки. Нажимаем, идем на Q-comment и здесь вставляем. И вот наша дополнительная информация. Значит, это ссылка на его видео и прочее. Я так понял. Так, здесь, видите, есть уже вставлен до лайка ссылка и после лайка. Уже заказчик зайдет, посмотрит. И на все это дело у нас ушло... Нажимать «Отправить». На все это дело у нас ушло где-то 13 минут. Ну, гораздо быстрее это можно делать, если я двумя руками буду делать. Так как одной рукой я делаю видео, держу фото, телефон и объясняю, поэтому и все происходит медленно. А так это можно сделать за буквально 2 минуты. Там делать нечего, если приноровиться. И нажимаем кнопку «Отправить». Работа отправлена на проверку. После проверки заказчиком вам будет зачислен оплата в размере 60 копеек. Проект поставит лайк посту на Фейсбуке. Ля-ля-та-поля. И все, вот таким макаром. Дополнительная информация до лайка, видите, есть. И после лайка. Можно делать, конечно, без этого, но... Гораздо качественнее, когда вы предоставите как можно более подробную информацию о своей работе заказчику. Так и вам приятно будет на душе и спокойно, что вы качественно выполнили работу. Так и заказчику будет удобно и приятно анализировать то, что вы сделали. Ну все. Удачи, используйте сайт Косар для размещения своих ссылок и прочее. И вообще комментируйте на сайте Косар, там деньги платятся. Здесь есть такая вещь, как вот, где вы хотите знать, если сколько вы получаете денег. Вот сразу наверху у вас ваш счет на счету. Сколько рублей. А здесь общество такое сегодняшнего дня. Называется пульс проекта. Вот видите, пульс проекта. Здесь какая активность происходит на сайте.
Все, удачи. Заходите на сайт, подписывайтесь, и лайки ставьте, и делитесь с людьми, и комментируйте и так далее. Удачи!